Всем привет, ребята! Вы на канале Руслан и Коля. И... Ой, хватит, пожежа! Пожежа, хватит! И как вы поняли или не поняли, сегодня мы будем тестировать разное оружие в Роблоксе режиме. Не знаю, ребята, на английском, я английский не понимаю. В общем, я тут куча всякого оружка, поэтому сегодня будем тестить. Я, ребят, не тестил ни одной из этих оружек, поэтому сейчас будем тестить. О, давайте динамит возьмем. Так. Ребят, во-первых, давайте проверим. Вот с вами взорвется на своем же динамите. Ну-ка. О, ребята, мы реально взорвались сами же на своем динамите. Понятно, значит, нам не надо подходить близко. Давайте, ребят, этого пацана убьем, если он сейчас выбежит куда-нибудь. Так, динамит. Какой? Да хватит! Отстань! Он не убежал, ребята, да? Что это за пацан? Ай! На тебе! Он куда-то убежал, а этот не убежит, надеюсь. Он убегает! Давай. О, теперь вот этот. Ну ты офигел, хватит! Тебе сейчас дам. Чем-нибудь. Например, вот этим мечом каким-то. Иду в драку. Вот ты. Ну-ка, иди-ка сюда. Не. Будешь знать. Все, ребят, я ему дал по щам за то, что он сделал. Ой! Он, похоже, не отстает. Ай, хватит. Хватит, что это за оружка у него такое? Ай! Я развалился просто, как сосиска. Ладненько. Теперь возьмем. О, давайте возьмем вот это. Что это такое? Это байк какой-то. И как же нам мне на нем ехать? Непонятно. О, пацан тут. Сейчас я ему дам чем-нибудь. Вот этим давайте, например. Что это такое? Или давайте этому бомжу дам. Да. Я ему, кажется, грохаю. Что это у него там? Что это? Я хочу заработать ничего покупать. Не, а что это у него там? О, ребята, давай эту девочку, если ее, конечно, можно. Нет, я нельзя, к сожалению, через капс. О, ребята, тут еще одна доска оружка, я даже не заметил. Что это такое? Чего? Откуда тут музыка, ребята, не знаю, слышите вы ее или нет, но она идет. Что это такое? А! Не, ребят, что это? Это я не знаю. Пользуюсь, да, ребята, они что-то стреляют. Ну-ка, что это? Не видно. Ну, я сейчас того бомжа убью. Бля, ребят, чем он стреляет? Вот ты и попался. Иди сюда. Ребята, ну я атакую почему-то. Потом возьмем что-то другое. Ух ты, такая как самолет. Всегда мечтал полетать. Так. Поехали. Уху! А что если взлететь на самый верх, а потом с него спрыгнуть, я умру, интересно. Так, я думаю, это очень высоко. Все, ребят, я уже вообще ничего не вижу. Поехали. Ребят, я не убил. Но я попал в штуку, которой нужны робоксы. Ладно, поехали пока там. У меня же есть ковер самолет. Епа. Если не ломаться. Я не знаю вообще даже. Так. Ребят, что мне отсюда делать? Навсегда! Потом самолет! Уху! Круто! Так, поехали. Сейчас еще возьмем какую-то что-нибудь. Дайте это. Ой! Чё это у пацана было такое вообще? Ребят, давайте сейчас недобито возьмем, потому что он мне аж понравился. Так, вот он.
Загнем сейчас кого-нибудь, например, ее. Куда ты? Это Джин? Это Джин? Нет, по-моему, это не Джин, я не знаю. Не вижу ее лично. А, идите сюда. Пацан сейчас зовется. Бежим, пока нас не взломах. Пацан, тебе динамитка. Не понял. Ты где? Где ты? Ау! Ничего себе, я откинулся. Я ж вылобокс и пролетел. Мне нравится на динамите скакать. Чего? Так, что это такое? А что им можно? Ай, ты тут танцевал вообще-то. А я сам сохранюсь или нет? Блинский. Что это такое? Моделька. Ну-ка. Вот это мне нравится. Пожалуй, мне это, я это оставлю. Танцуй! Ай! Я тебе сейчас дам драму. Что это? Такое за напиток? Это вообще напиток? Кажется, это большой динамит. И как же мы сейчас, интересно, отлетим с пацаном? Ну-ка. О, ничего себе, мы с ним... Я не понял. Почему он не отлетел? Я откинулся. Он читак. Ой-ой. Быстрее подберем, что это такое. Что это? Вот они. Не. Ай! Меня сама убила она. Что это такое? О, смотрите. На замедление. Здоровье. А это что? Ай! Бой! Ай! Я не все заклинание посмотрел. Ладно, хорошо. Знаете что, ладно. Так. Что это? Ладно. Допустим. Эй! Лагает, твое! Ребята, на этом будем заканчивать. Не забывайте ставить лайки. Ну, а я, пожалуй, откинусь. Пока, ребята.